Всем добрый день. С вами опять Лена Нирвана. Живчик из русского поселка. Всем привет. Ну, то, что сейчас произошло, произошла такая трагедия. Я просто в ступоре нахожусь до сих пор. Не могу выразить словами то, что произошло. Но, к сожалению, всегда что-то такое происходит. И мы эти вести разносим. Но, с другой стороны, я ничего не могу с этим сделать. Не знаю, как выразить соболезнования, как что-то сказать. Лучше я ничего не буду говорить. Вот сейчас иду на почту, отправлю для Тани свой рисунок. Свою голубку. Это символ души погибших, умерших от теракта в Москве. Конечно, мы не замечаем, как умирают люди. Люди уходят по разным причинам. Это очень все тяжело. Я просто нахожусь в каком-то ступоре сейчас. Не могу подобрать слов к этой трагедии. То, что у меня бывает улыбка на лице. Я сейчас пью антидепрессант. И у меня на душе тревога и скорбь. Но я могу улыбаться. Просто от лекарств. Вообще, конечно, сейчас я чувствую себя тяжело. Сейчас осень. Я благодарна людям, которые появились у меня благодаря этому каналу. Своим подругам, друзьям, которые мне пишут, которые меня поддерживают. Очень благодарна. А вообще, конечно, жить тяжело. Интересно и тяжело. Вроде жизнь такая тяжелая, а умирать все равно не хочется. Кому-то хочется, наверное, умереть от тяжелой жизни такой. Но, не знаю, по-разному бывает. Разное настроение, разное состояние души. Конечно, всем не угодишь. Что-то, может быть, я говорю не так, но это не от того, что я не человек какой-то, а от того, что я мало что понимаю от болезни, что происходит в этом мире. Мои мозги отказываются соображать и понимать. Потому что сейчас все хуже и хуже ситуация. Не знаю, что будет дальше. Конечно, мы, люди маленькие, ничего не можем сделать с такой большой машиной, которая называется система. Система, она душит любого. То есть люди становятся жертвами системы. Конечно, мне повезло, что я смогла уехать из города страшного своего, где нет ни одного близкого человека, и нахожусь сейчас со своей семьей. Но здесь я как гость, чувствую себя гостем. Дело в том, что в своей семье я не жила десятилетиями, поэтому я гость. При шизофрении у человека больного бывает отчуждение
от самых близких и родных людей. Бывает такое отчуждение. То есть шизофреник, он как чужой в своей семье. Еще раз хочу выразить свои соболезнования людям, москвичам и просто людям, то, что произошло в Москве. Это, конечно, очень неприятно и страшно. Всем спасибо. Я сейчас иду отправлять письмо. Всем спасибо, что остаетесь на моем канале. Просто мне выразить словами иногда хочется то, что со мной происходит. Каждый человек имеет право на свой канал. Всем спасибо.